встревожена, она, конечно, далеко не случайна. Я напомню, что таким образом родился тот самый камерный хор, потому что после европейской премьеры сочинения «Тебе всегда снега» возникла дерзкая мысль устроить московскую премьеру этого сочинения, но к тому времени у нас уже была студия новой музыки, и уже фактически был определен вот такой вектор развития консерваторской жизни в сторону современности. А вот хора, который был готов исполнить такое сочинение, тогда, конечно, еще не было. Именно тогда профессор Борис Григорьевич Терлин и спросил соизволение автора рискнуть и создать коллектив, который изначально был, собственно говоря, направлен на именно это премьерное исполнение. Но оно было столь убедительно, столь естественно, что родился тот самый коллектив, который сегодня есть в городе Московской консерватории «Камерный хор». Тогда это было Рахманинов, в зале, вот сегодня повторение этого сочинения здесь, это уже совершенно другой уровень, уже совершенно другое мастерство, и новые идеи, которые вы почувствовали связаны даже с пространством этого зала. Вот сегодняшний концерт – это результат замечательного урока, который был преподнесен нашей молодежи во время репетиции. Это невероятно ценно, потому что слово автора, его расшифровка в тех пределах, в которых она сочтет это необходимым исполнение своей музыки, конечно, это лучшее профессорское наставление, которое только можно себе представить. Поэтому низкий поклон за эти уроки. Последнее, что я хочу сказать, что мне очень радостно видеть такой зал сегодняшний, потому что это та самая публика, которая всегда приходила на ваши концерты, начиная с 60-х годов, начиная с того момента, когда возникло выражение «Московская троица» Войдулина, Шнитки, Денисов. Действительно, это была такая эпоха, которая сегодня остается для нас некоторым мерилом ценностей, смелости и полета творчества, которое сегодня уже захватило и новое поколение, новую публику, и нашу студенческую молодежь. Поэтому времена сомкнулись, и мне очень хочется, чтобы через 5 лет, сейчас гадаю, на этой же сцене, и не на любой сцене Московской консерватории, которую вы сами выберете, мы продолжили с вами это торжество. Thank you.
жизненной буте и смертной, словно там, где не может быть духа.
была бы ночь этого мира огромная, страшна, как Господь неоткрытый. Такую бы надо выдерживать, но люди, убийцы, вкраплены в тьму этой ночи земной. Страшно простая, московская, страшная ночь. Thank you.
Thank you.